Сейчас мы поедем, место знаю хорошее, там березняк такой отличный, и там тетерева часто пасутся. Я хотел там на чучело охотить. Нам надо будет пройти там, наверное, километр по снегу, ну и потом нормально будет. Все. Там тетерева, полянка, метров 60, наверное, по открытой пространстве. Они сидят по кромкам деревьев там. Мы сейчас выйдем сюда на кромку леса и за деревьях попробуем поработать. Сегодня плохо, ветер очень сильный. Ну, а вот здесь, смотри, как что снег летит. Видишь, какое ветрище? Ага. Ну попробуем. Улетают. Сейчас видел, один полетел. Эдуард, они ушли. Да, да. Вот тут сидели. Вот когда вот это ветер сильно подул, они снялись. Жалко. Старая просека. Ветер поднялся. Эдуард, что за шерсть, гря какая? Длинная. Фиг знает. А где она? Здесь? Да, вот кусочки. Ветром? Вот кусочки. Пойдем посмотрим. Пошли. Где-то тут. Вот тут кто-то ходил. Такие длинные, глубокие шаги. Остались от козлика рожки до ножки. Или такое тоже бывает, все-таки охота, как и рыбалка, больше воли случая и удачи. Непредсказуемо. Да, то есть это не как пришел в магазин мяса. Ну, хотя так тоже бывает иногда. Да. Прекрасная погода, минус 2, тепло, отличные виды, прекрасные. Отдохнули, прогулялись. Да, кардио нагрузка хорошая. Да. Может, на обратном пути что-нибудь повезет. Ну, посмотрим. Всяко бывает. Бывает, что уже вот-вот охота закончилась, уже масхалат снимаешь, уже, ну все, вот он дом, и тут раз.
И понеслась опять. У меня было тогда, я уже практически к дому подъезжал, и четыре глухаря сидят, здоровые. И вот я их там полчаса по лесу гонял, одного взял. Интересно вообще все это, непредсказуемо. Ну да. Фу, все, в машине. Ага. Еще 2 километра. Да нет, 10 километра 3, наверное. Километра 3, да. По снегу-то тяжко гулять. Ну да. Главное, снегоступы и лыжи тут мало помогут. Угу. Обратно по нашей тропе. Едем на охоту. Какая погода. Метель. Вот такие вот у нас дороги, такие погодные условия. Нелегко нам здесь живется. Что говорить? Но все равно это же наша родина. Мы ее любим. Да. Привет. Привет Краснодарскому краю. Точно. А 88 уже можно было. Дыхание восстанавливал. Сегодня снег такой, по нему ходить. Угу. Просто жопа. Я тоже еле продышался. Прямо было стрелять, но видишь, хочется точного выстрела наверняка. Угу. Ничего, будут еще. Смотри, какой кадр.
У него там ветки. Давай. Сейчас шатает. Ох ты ж! Ох ты ж! Дальше, дальше смотри еще, видишь? Какие вы, блядь, деликаты? Сань, вот! Откуда? Ты на меня? Я стреляю, стреляешь. 40 метров. Пошли. Вон он лежит. Давай, иду. Вон, смотри, опять тут пробил. Сейчас. Сейчас, подожди, я хвостик с ним. Вот он. Ух ты ж, отлично. Не достать, он так в снег глубоко входит. Да, его трудно найти. Взял, я не видел. Да, пойдем, пойдем. Блин. А? Ну на объектив нет, тут снаружи. Вот он. Вот тут он сидел, получается. Вот здесь его. Вот он. Ну, чисто, 75 метров. Красавчик. Красавчик. Вот те дальше, вот эти ближе. Есть. Красавчик. Вот верхний. Он там 64 метра. Ага, вот тут дальний. 70. И справа ветерок. Хороший ветерок справа, ну такой уж, наполнило.
Сейчас нет ветра. Да ёлки-палки. Ушел. Солнышко это. Давай. Верхний левый. Левый нижний. Левый нижний. А это курица. Левый верхний. Тоже курица. А правый? Тоже курица. Вот, вот еще, вот сидит. Вот, вот в елках. Видно. Петух? Да. Есть. Сейчас голову поднимет. Четко. Вот он, зайчик. Зайчик, красавчик, вот он. Следы. Вот здесь вот, на этом дереве сейчас взяли. Снег сегодня очень тяжелый. Ух ты. Ох, какой. Шею. Хорошенький. Ага. Ну, сегодня так... ходить очень тяжело. Вчера было плюс 4, сегодня минус 10. Такой наст. Да. Проваливаешься, ногу не выдернуть. Ну, ага. Классно. Красавчик. Классно. Не видно. Идти уже совсем невозможно. Вон. Снега уже по нижнюю часть спины. Ого. Вот где-то здесь, наверное. Вот он, Эдуард. Шел? Да. Я говорю, что здесь. Фух. Самый трудовой. А? Самый трудовой, я говорю, тут. Он так спрятался. О. Ага. Ну, красавец. О, он аж вмерз. Пока мы ходили, искали его. Полчаса искали. Ух. Мы никого не бросаем. Всех подбираем. Всех своих берем с собой. Да. Русский спецназ своих не бросает. Даже убитых. Фух. Поехали дальше. Красавчик какой. Хороший, здоровый. Да, тяжеленький. И первый тоже такой тяжелый, хороший был. Фу, пошли. Пойдем. Еще из важного. Зачастую, если ты стреляешь далека, будет больше 50 метров, и ты видишь рельеф леса, ты видишь, где он упал. И когда ты подходишь, угол меняется, рельеф меняется, и очень трудно найти. И вот начинаешь, а здесь он упал или здесь, и ходишь, и бродишь, не можешь понять никак. У нас так несколько раз было. Да, для этого нужна видеокамера. Вот сейчас Саша хорошо, он оператор, он снимает, и мы прямо с видеокамерой идем и по видеокамере находим. То есть прокручиваем ролики и находим. Я когда один охочусь, у меня видеокамера вот здесь стоит. Вот такая. Вот она. Вот она сюда вот так вот подсоединяется. И я когда стреляю, всегда снимаю на видео. И если у меня возникают какие-то сомнения, где упало, у нее есть связь с телефоном. Нет, воспроизведение, связь с телефоном. А. И по блютузу я прямо на телефоне могу ролик просмотреть. Соответственно, я раз посмотрел, так, вот здесь. Uh-huh. Пошел, нашел. Таким образом, даже не имея собаки,
гораздо, ну, меньше шансов оставить подранка, не найти его. Ну, или убитого оставить, не найти, что хуже. А, иначе очень трудно. Поэтому рекомендую настоятельно, если есть второй человек, использовать его как оператора. Ну, либо просто камеру прямо на винтовку цеплять. Да, именно при выстреле. Да? Ну, да. Не надо постоянно снимать, а при выстреле. И потом тут же просматриваешь там на планшете или на телефоне, никаких проблем нету. С собой все эти девайсы все и так таскают. Так, ну да, да. Так они пользу будут приносить. Да, да. Так что это важно, я считаю. Да. Ну, сейчас только по камере и нашли. Да, вот мы ходили полчаса, бродили, два раза выходили на исходную точку, смотрели, вспоминали. По макушке ели, нашли. Да. Именно ту ель. Да, потом мы уже по камере посмотрели, вот рядом с этой елкой, идентифицировали ее и пошли, мы нашли. Да. Так что вот так. Все, идем дальше. Пошли. Разводим костерчик. Находились сегодня. Нужно одежду чуть-чуть просушить, мокрые полностью. Это вот Эдуард разделывает тетерев. Да, мы, если есть возможность, в лесу разделываем, чтобы шкуру всю эту скинуть, домой не тащить. Да и в лесу ничего не пропадет. Всегда есть кому все съесть. Ну да, дома от этих кишков только мух разводить. Да. А здесь ничего не пропадет, кто-то съест. Да. Вот подкармливаем лис. Лис. Волков. Волков. Кого там? Да. Так что мы сейчас вот все это разделываем. Ага. И... Какой хорошенький. Вашу ж мать. Да. А, hello. Костерчик. I cannot talk now because I'm hunting in the forest and the signal is very weak here. So please call me in a few hours when I'll be back in the office. И тут тебя нашли. Да, я на работе 24 часа в сутки. Даже когда не на работе. А что делать? Всем нужен. Всем нужен. Кто-то сидит в офисе, кофеек попивает, секретарша ему принесла. А здесь, у тебя же тоже есть кофеек. Ну, не кофеек, а... У нас круче, у нас да. Иван-чай. Иван-чай. Иван-чай и самодельная тушенка лосятина с кабанятиной. Объедение. Сейчас мы разделаем и чайку попьем. Местный чай. Спасибо. Мы пьем Иван-чай, который сами делаем. Никакого алкоголя у нас. Алкоголь мы не воспринимаем совершенно. Ни алкоголь, ни табак. Мы вообще считаем, мы с Сашей убежденные националисты. Считаем, что русский народ должен быть здоровый, трезвый, умный, сильный. А не как сейчас у нас опять водку дешевую делают, разрешают продавать ее где угодно. Реклама алкоголя опять. Потому что пьяный Вася выгоден власти, он вопросов не задает. А вот трезвые, умные, сильные, они очень опасны. Ну ничего, нам нравится быть опасными. Так что чай свой. Свое мясо, все свое. Думайте головой о том, где вы живете, как живете. Иметь свое мнение обязательно нужно. И что будете делать дальше. И детей, главное детей правильно воспитывать. Потому что если мы прервем эту порочную цепь поколений воспитания людей, из людей рабов, то есть у нас все шансы увидеть свою страну свободной и людей счастливыми. Сегодня удачная охота была. Хорошо, поработали. Не холодно, минус 10 градусов. Для нас это практически Африка, можно загорать. Еще рябчика хотели увидеть, но что-то у нас... Ну, рябчиков видели, но так, близко не подпустил.
Ну ладно. Не последний раз еще. Давай. Все. Да. Как вы понимаете, я винтовки делаю для себя. В первую очередь. То есть я не какой-то там дядя в Англии или в Швеции, который делает винтовки для того, чтобы заработать деньги. Первую винтовку я сделал себе для охоты. И сейчас каждую винтовку, которую я делаю, я расцениваю ее как охотничий инструмент, которым буду пользоваться лично я. Поэтому я стараюсь сделать ее максимально надежной, комфортной, удобной. Так как я сам в этом заинтересован больше, чем кто бы то ни было. Мне с ней работать, мне с ней в лесу находиться. Вот. Я считаю, это достаточно серьезное отличие Эдгана от остальных производителей пневматики. Эдган — это не бизнес, Эдган — это состояние души. Образ жизни. Да, образ жизни. У нас за 3 дня была температура минус 31, потом 0. Потом плюс 4. Потом плюс 4, потом сегодня плюс минус 10. И вот работают прекрасно. Все, стреляют. Особый уход даже и не требуется. Хотя, конечно, оружие нужно относиться очень аккуратно, внимательно. Да, вещам просушивать ее лучше. Допускает такие, в экстремальных случаях допускает небрежные отношения. И, в принципе, ничего не случается. Саша уже бедный в лесу живет, как дикарь, который день домой хочет, а я не отпускаю. У нас обмен опытом. Я с юга, он с севера. Но, тем не менее, большая страна, а мы все русские. И будь ты на севере, на юге, там, на Дальнем Востоке, все равно вокруг тебя те же самые русские люди. Это делает нашу страну достаточно уникальной. А в той же Швеции я был. Соседние деревни, уже разные диалекты, они друг друга не всегда понимают. У нас этого нет. Единый народ, основанный на базе русской цивилизации. Туда все входят. И татары, и мордва, там, и чуваши, и прочее. Это все равно русский народ. Как ни крути. Так что за Россию и за русских. Слава России. Слава России. Три силы. Боль, надежда, да печаль. А вокруг меня Россия. Без пределов и начал. Те же рощи, те же нивы. Тот же пахарь, да варяг.